صلاة الفريضة لابد فيها من القيام. القيام ركن من أركان الصلاة في الفريضة. Что касается обязательных намазов, то стояние в них является фард. Это из арканов, из столпов намаза выстаивание. بعض الناس ترى الآن يمشي ما شاء الله ويتحرك ويأتي المسجد في الفريضة يصلي على الكرسي. Некоторые люди смотришь по улице ходят, в состоянии ходить, передвигаться, постоять, но как приходят в мечеть, садятся на стульчик. لا نقول لابد تقوم. Нет, говорим, ты понимаешь, нет, нужно стоять. إلا إذا كان يعجز عن القيام, يعني الله عارفين وياكم مشلول. Например, за исключением тех, которые люди не могут стоять, как, например, парализованный человек не может стоять. أو يقول أنا عندما أقوم يأتي ألم شديد عندي حتى لا أخشى أن أقول جاء أجلس. Или же говорит человек, я когда стою, меня наступают какие-то боли, что у меня просто отсутствует смирение, так то мы тоже мы скажем сидя читай. هذا في الفريضة. Это что касается обязательно фарз намаза. أما النافلة يصح يصلي جالسا وهو يعني يستطيع القيام. لكن يأخذ نصف أجر القائم. Много, что касается добровольных молитв, то стояние в них не обязательно. Можно молиться сидя, даже если ты можешь стоять, но тогда получает человек только пол награды за такой намаз. يصح يصلي على كرسي أو يجلس على الأرض. Может молиться сидя на стульчике или сидя на земле, то есть на корточке. في حال القيام يستطيع أن يتربع يعني ممكن. في حال القيام يعني هو جالس لكن في في الوقت اللي يكون فيه قائم مثل قراءة الفاتحة يصح أن يتربع, ما في مشكلة يتربع يجلس هكذا. То есть можно как бы сесть, только как азиатское, да, такое сиденье. То есть по-турецки, да, подвернуть ноги, можно так сидеть. هذا في وضع القيام, أما وضع الجلوس يجلس يفرش اليسرى ويجلس عليه وينصب اليمنى. إن استطاع, إذا ما استطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. То есть можешь ты как тебе Аллах облегчено, да, то есть насколько, то есть Аллах не надлагает на душу тяжело, да, то есть ноги тебя болят, можешь сидеть на стульчике. السجود أخفض من الركوع إذا ما استطاع السجود. Если не может человек совершить сажда, то есть ноги болят, он не может сделать сажда, то тогда он должен наклониться в руку поменьше, а когда делает сажда, должен поглубже наклониться. نعم, يعني هذا هو مسافر من بشكيك إلى أوش مثلاً. Как, например, вот брат сейчас будет отправиться из Бишкека в Ош в путешествие. يعني يتنفل هو في السيارة يصلي هو يسوق أصلاً ما في مشكلة. Он может даже будучи за рулем читать дополнительный добровольный намаз, будучи за рулем. Нафиля. Это добровольный намаз. لكن فريضة لابد يوقف السيارة ويقف. А что касается обязательного намаза, фарз намаз, должен обязательно остановить машину и помолиться стоя. لكن النافلة يصح يصلي إلى القبلة ولا غير القبلة في السفر. Что касается нафиля добровольного намаза, то в сафаре даже можно не повернувшись к кыбле совершать. ويجعل السجود أخفض من الركوع. Но когда делает сажда, он должен ниже наклоняться, чем когда наклоняется, когда делает руку. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من النافلة في السفر. Пророк совершал много добровольных намазов, дополнительных намазов в сафаре, приближаясь к ним сам к Всевышнему Аллаху.